В субботу в Одессе откроется автомобильное движение по мосту к Оцебу. В департаменте дорожного хозяйства заявили о завершении первого этапа реконструкции объекта культурного наследия. На данный момент восстановлены металлические сводные конструкции, асфальтобетонное покрытие автомобильного и пешеходного участков, а также инженерные коммуникации под мостом. Подрядчики дают столетнюю гарантию на свою работу. Ремонт лестницы, ведущей вниз к Деволановскому спуску, еще продолжается. Какие-то вопросы, которые могут возникнуть по оформлению аутентичности моста. Эта работа идет, отливка этих конструкций идет, и на апрель месяц планируется установка. Пока работа общественного транспорта как была, так и будет. Мы посмотрим, может быть, уже когда будет полностью мост завершен и все работы будут завершены, мы уже тогда уже один раз на комплекс примем решение по корректировке работы общественного транспорта. Ремонт объекта на улице Бунина начался еще в июне 2016 года. Тогда с моста сняли покрытие и старинные декоративные элементы. На данный момент на реконструкцию моста потратили свыше 30 миллионов гривен. Напомню, мост к Оцебу открыли в 1892 году. Свое название мост получил в честь генерал-губернатора региона Павла Коцебу, который находился на этом посту с 1862 по 1874 год.